Опять недавно обсуждали, какие книги детям обязательно читать в школе. Я бы, честно говоря, отменил обязательные книги. Серьезно. Оставил бы только количество, например, 5 в год, как в Швеции. И пусть учителя и школьники сами решают, что они хотят читать. Я думаю, многие бы выбрали Гоголя. Гоголя любят все. Гоголя любили самые тяжелые читатели, самые равнодушные к литературе. Знаете кто? Наборщики в типографии. Этим людям абсолютно все равно. Но когда они набирали Гоголя, они смеялись. Единственный способ не любить Гоголя – это читать по принуждению. Все изучали Гоголя в школе. Назовите, пожалуйста, ассоциации. Страшно. Страшно еще. Мистично. Мистично еще. Надо. Как? Надо. Хорошо. Вот у меня ассоциации такие. Сатирик боролся с крепостным правом, высмеивал бюрократию Николаевской России. Не знаю, сейчас так интерпретирует Гоголь или нет, когда я учился в начале 90-х, еще интерпретировали так. Вроде бы все правильно. Но открываем воспоминания Сергея Тимофеевича Аксакова. Сергей Тимофеевич Аксаков, Роман Григорьевич, проходите тут свободно. Сергей Тимофеевич Аксаков – один из немногих друзей Гоголя. Друзья Гоголя – это совершенно особые люди. Это люди, которых назначил сам Гоголь. Это никто попал, не все желающие. Это практически должностные лица, на которые возлагались определенные функции. Они должны были организовывать постановки пьес Гоголя, организовывать публикацию его произведений, собирать деньги, высылать ему за границу, пока он в Риме или в каком-то другом европейском городе объедался своим любимым блюдом, макаронами, которых он съедал невероятное количество. И наевшись макарон, говорил своим товарищам в Риме, что он сыт, ему надо отдохнуть. А потом товарищи узнали, что он в эти часы опять шел в какой-то ресторан и там опять ел макароны. Гоголь пытался в Москву привезти рецепт макарон альденте. Он приносил с собой в гости макароны в кармане, сливочное масло, сыр. И велел повару, чтобы макароны были недоварены. Потом он очень долго сам смешивал макароны с маслом, с сыром, со специями. Москвичи плевались и говорили, макароны сырые. Сам Гоголь поедал эти макароны с удовольствием. И вообще в этом эпизоде весь Гоголь. Мало его волновало, нравится он кому-то или нет. У него была своя миссия, он ее выполнял. Так вот, возвращаемся к воспоминаниям Аксакова. Читаем, читаем, читаем. Вдруг фраза. В этот день мы с Гоголем не виделись, потому что Гоголь переезжал во дворец. Стоп. В какой дворец? Откуда у Гоголя дворец? У него никогда в жизни не было, по сути, собственных денег. Он жил почти всю жизнь в долг. Когда у него появлялись хоть какие-то деньги на руках, он отдавал на благотворительность. Кстати говоря, на стипендии нуждающимся студентам. Какой дворец, кто знает, в каком дворце жил Гоголь? Оказывается, в Зимнем. А что такое Зимний дворец? Резиденция императора, цитадель власти. Да, конечно, Гоголь жил там не постоянно, временно. Но вообще это не очень типично. Особенно, если мы считаем, что Гоголь оппозиционер. Чего-то я не слышал, чтобы Дмитрия Быкова в Кремль приглашали пожить. Значит, что-то с Гоголем, сатириком, обличителем уже не то. Много вы мне можете назвать политических звезд эпохи Николая I. Я думаю, можно покрутить пальцем у виска, какие там могли быть политические звезды. Но некоторые были. Например, граф Уваров Сергей Семенович, автор теории официальной народности, министр народного просвещения.
Почему именно граф Уваров обращался к императору Николаю с ходатайством, чтобы тот выделил Гоголю деньги? И, собственно, почему император эти деньги выделял, причем неоднократно? Почему Николаю Первому понравилась комедия «Ревизор»? Хотя же он сказал, как известно, всем досталось, а мне больше всех. А чего досталось, хорошего или плохого? Если плохого, то почему сразу были выделены 5000 рублей Гоголю на заграничное турне? Много загадок, много вопросов. Сейчас нам очень трудно это понять, потому что мы все здесь сидящие отравлены либо позднесоветским, либо постсоветским скепсисом. Нам очень трудно понять, как это может быть, что человек всю свою творческую жизнь занимается тем, что напряженно ищет власть. Гоголь далеко не считал, что Николаевская империя – это гнет, порабощение. Он этого не видел. Он видел, наоборот, безвластие. Он видел слабость власти. Иногда он не видел вообще никакой власти. Не в этом ли разгадка его путешествий? Почти половину сознательной, активной творческой жизни он провел за границей. Объехал всю Европу, добрался до Бейрута, до Мальты. Я уже не говорю про Германию, Францию, Италию, Голландию, Швейцарию, которую он исколесил вдоль и поперек. Две самых важных поездки в жизни Гоголя – это в Рим и в Иерусалим. Почему именно в Рим и в Иерусалим? Потому что это два сакральных центра власти. Почему и зачем Гоголь искал власть? Об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Сначала давайте займемся тем, как это происходило и в чем это выражалось. Недавно я прочитал интересную книгу о Гоголе. Интересная она даже не сама по себе, а своей судьбой. Автор ее Александр Воронский, это известный критик или журналист, литературный деятель 20-30-х годов СССР. Он написал книгу о Гоголе для ЖЗЛ. И книга не вышла, потому что его арестовали. Печат не запретили. Она вышла буквально недавно. И вот что он там пишет. Сквозной сюжет Гоголя. Злая сторонняя сила разрушает безмятежный уклад жизни. Есть у Гоголя такой мотив? Есть. Единственное, в чем бы я поправил уважаемого покойного Воронского, это в слове «злая». Вот здесь я категорически с ним не согласен. Не злая сторонняя сила разрушает безмятежный добрый уклад, а амбивалентная сила на службе добра разрушает амбивалентный уклад на службе зла. Я так формулирую общий сюжет Гоголя, зрелого Гоголя, начиная с Миргорода. Потому что «Вечера на хуторе близ Диканьки» – это экспозиция, это пролог Гоголя. Сквозной сюжет Гоголя, начиная с Миргорода, такой – неудачное обращение к власти. Давайте кратко вспомним, как развиваются сюжеты в основных произведениях Гоголя. Будем вспоминать «Шинель», будем вспоминать «Мертвые души», «Ревизора», повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, может быть, какие-то еще. Первая фаза сюжета – это описание, условно говоря, нормальной жизни, безмятежного существования. Слово «существование» здесь даже уместнее, чем слово «жизнь», это слово самого Гоголя, потому что жизнью это, честно говоря, трудно назвать. Иван Иванович и Иван Никифорович ходят друг к другу в гости, едят дыни. Причем корочки от дыни не выкидывают, а на бумажечке пишут, съедено такого-то числа, с тем-то и тем-то, заворачивают и хранят. Где-то бродит по двору Плюшкин, собирает мусор и тащит к себе в дом. Где-то почтмейстер, начальник почты из «Ревизора», открывает чужие письма и с интересом читает, что же там написано. Где-то Акакий Акакьевич Башмачкин, весь день проведя за переписыванием бумаг, смыслы которых он не понимает и не хочет понимать, приходит домой и, как пишет в добрейшей душе Гоголь, хлебает свои щи с мухами, не чувствуя вкуса ни щей, ни мух.
Где-то Манилов сидит у себя в кабинете и ровными кучками рассыпает табак на подоконнике, чтобы было симметрично. Вот такая жизнь. Жизнью это назвать, повторяю, трудно. Это именно существование. Кстати, есть повесть, которая на этом и заканчивается. Называется «Старосветские помещики». Совершенно гениальное описание совершенно бессмысленной жизни. Но в этой бессмысленности есть даже какая-то прелесть. Это очень мило, это замечательно, это красиво, прекрасно, только в этом нет никакого смысла. А дальше происходит следующий сюжетный ход. Катастрофа. Происходит некая катастрофа, разрушение этого привычного уклада. Не злая сторонняя сила разрушает этот привычный уклад, он сам изнутри разрушается. Например, происходит ссора лучших друзей, как Иван Иванович и Иван Никифорович. Либо крадут шинель, как у Акакия Акакиевича. Либо, как в ревизоре, просто общая сумма безобразий накапливается. Мы не знаем ведь, собственно, что послужило реальным поводом приезда ревизора. Но там букет правонарушений. Там городничий хлещет кнутом жителей города, крадет товары на рынке и так далее. Присваивает казенные средства на постройку зданий. Что делать? И вот тут происходит обращение к власти. Центральное событие зрелого Гоголя, начиная с Миргорода. Обращение к власти. Ведь эти люди, например, Иван Иванович и Иван Никифорович, эти ничтожные, забавные существа, трогательно верят в правосудие. Они не пытаются сами уладить свой конфликт. Они идут в суд. Зачем? Спрашивается, они туда идут. Почему они не остаются дома? Кто-нибудь ходил из вас когда-нибудь в суд? Вот вы когда заходите в суд, вы ощущаете, что вы в сакральное пространство попадаете? Что-то есть такое, да? Но согласитесь, если бы пространство в суде было таким же, как пространство дома, то не нужно было бы ходить в суд. Значит, там что-то такое есть. Какой-то, говоря простым русским словом, особый хронотоп. И вот они приходят в суд. И что же они там видят? Сейчас попытаюсь процитировать по памяти. Судья в замасленном халате. Это зал судебного заседания. С трубкой и чашкой чая. И босая девка с подносом чайных чашек. А что же они там слышат? Судья говорит, ума не приложу, почему он стал плохо петь. Это не про Киркорова. Это про Дрозда. Раньше пел хорошо, а сейчас поет плохо. А я знаю, у него под горлышком есть такая бабочка. Ее надо иголкой проткнуть, и он опять будет хорошо петь. В это время секретарь заканчивает чтение дела. Судья говорит, что все, ну давайте следующее дело. Так вот, приезжаю я к нему. У него, конечно, стол накрыт, балыки, селедка. Но селедку вы знаете, я есть не могу. У меня от селедки изжога. Что это значит? Это значит, что в этом суде нет никакого иного пространства. Это пространство такое же, как дома, потому что там можно сидеть в халате и разговаривать про селедку. Потом происходит самый знаменитый эпизод в этой повести, когда вообще заходит свинья и просто берет со стола исковое заявление и уходит. А потому что двери не закрыты. Вот это очень важный символ. Двери не закрыты в суде. Вот это пространство суда никак не отделено от скотного двора, который рядом находится. И то же самое происходит во всех произведениях. Что происходит? А власть оказывается несостоятельной. Потому что генерал, к которому приходит Акакий Акакиевич, несчастный человечишка, который лишился последнего, он идет за справедливостью, он тоже свято верит в эту справедливость. Он приходит к какому-то генералу, к первому попавшемуся, но он не знает, к кому обратиться.
А этот генерал не хочет заниматься его делом. А чем же хочет заниматься генерал? Вот судья занимается балыками и дроздами, а генерал занимается исключительно, как бы мы сейчас сказали, своей идентичностью. Ему нужно показать, что он слишком значительная фигура для таких мелких дел. Поэтому он наорал на Акакия Акакиевича и выгнал его. Что происходит в ревизоре? Абсолютно та же самая картина. Жители города идут нескончаемым потоком на прием к приезжему гостю из столицы, важнейшему лицу с особыми полномочиями. У нас до сих пор так принято, как кто-то приезжает из столицы, так к нему идут, не разбираясь даже, кто он, что он, есть у него полномочия, нет полномочий. В этот раз оказалось так, что полномочий вот нет. Полномочий нет, приезжий самозванец, да и он, честно говоря, не особо понял, что произошло, но идут деньги, и люди несут деньги. Разве это плохо? То есть он не может разобраться в деле, потому что он вообще случайный человек. Но они все случайные люди. Понимаете, в чем открытие вот этого второго этапа? Оказывается, это все не власть. Это не власть, потому что судья в ревизоре интересуется только охотой. Судья в Иван Иванович, Иван Никифорович интересуется только певчими птицами. Генерал в шинели интересуется только своим реноме. Никто не интересуется сутью дела. Никто из них на самом деле не власть. Они просто занимают чужое место. Вот здесь можно было бы поставить точку. И тогда бы Гоголь был обличителем, и тогда бы он не получил от Николая никаких денег. И не пустили бы его жить в Зимний дворец. А тут уже начинается некая мистика и магия. Потому что, оказывается, на этом история не кончается, а только начинается. Еще в детстве Гоголь слышал голоса. Он слышал какой-то таинственный зов. Летом он сидел один в саду, и вдруг кто-то начинал его звать по имени. Он оборачивался и искал, никого нет. Это его преследовало всю жизнь. Вот недавно, читая на эту тему лекцию в Питере, привел я одну цитату. «Желание другой отчизны» о Гоголе. И не мог вспомнить, кто же это сказал. Очень точные слова о Гоголе. «Желание другой отчизны», которые объясняют и его странствия, и его сюжет. Нашел, кто это сказал о Гоголе. Оказывается, это сказал Гоголь. «Желание другой отчизны». Всегда есть что-то еще. И вот, начиная с «Ревизора», появляется новый элемент сюжета. Появляется власть номер два. В «Ревизоре» это второй настоящий ревизор, о котором объявляют в конце пьесы. В «Шинели» это призрак, который приходит к генералу мстить за Акакия Акакиевича. То ли самого Акакия Акакиевича призрак, то ли не его призрак, непонятно. В «Мертвых душах» появляется безымянный персонаж, генерал-губернатор, которого называют просто князь, и который выводит на чистую воду Чичикова. Это второй том. Кстати говоря, заметка на полях. Наше советское литературоведение сделало очень плохую службу Гоголю, когда объявило, что «Мертвые души» — это только первый том. Потому что первый том, как говорил сам Гоголь, это только крыльцо к дому. Должно быть огромное шикарное здание. А «Мертвые души», первый том, это только большая терраса к этому зданию. Настоящие события начинаются только во втором томе. И вот там появляется этот персонаж, который символизирует истинную власть. А вообще, не мной замечено, это сейчас часто обсуждается, по-моему, Дмитрий Быков об этом как-то сказал, что второй том «Мертвых душ» содержит в эмбрионе все образы и сюжеты русской литературы XIX века. Там есть Тентетников, который вылитый будущий Обломов. Там есть генерал Бетрищев, который вылитый будущий персонаж Салтыкова-Щедрина. Там есть Уленька, которая вылитая будущая тургеневская девушка. И здесь я высказываю свою смелую гипотезу. Но для нее есть некоторое основание. А не могло ли получиться так, что сюжетная схема «Мертвых душ» предвосхищала преступление и наказание Достоевского? Потому что определенно Чичиков должен был пройти через тюрьму, и эти эпизоды сохранились, вы их можете прочитать в оставшихся
черновиках второго тома. И судя по тому, что действие третьего тома должно было происходить в Сибири, вполне вероятно, он должен был пройти каторгу. И только в конце благодаря этому возродиться, потому что всем нам хорошо известно, в чем основная идея мертвых душ. Это идея оживления умерших. И первым должен был ожить сам Чичиков. И из показаний Гоголя, из его обмолвок в разговорах с друзьями, известно, что этому должен был помочь царь, который должен был появиться в мертвых душах то ли персонально, то ли как-то косвенно. Отсюда ясно, за что получены деньги. Так вот, трагизм Гоголя заключается в том, что вот эту истинную власть он изобразить то ли технически, то ли идеологически, то ли еще как-то был не способен. Когда у него доходило до описания этой истинной подлинной власти номер два, либо как в «Ревизоре» падает занавес, либо как в «Шинели» это все равно получается комично, либо как в «Мертвых душах», а вот что в «Мертвых душах» мы не знаем, потому что он же все это сжигал. Он пишет и видит, что не получилось, сжигает, пишет, сжигает. Как минимум два раза, а то и три раза он проделал эту операцию. И сохранившийся текст второго тома «Мертвых душ» кончается на полусловии именно этого персонажа-князя. Когда он собирает всех чиновников, начинает говорить перед ними речь. Речь очень загадочная, потому что он говорит сначала: «У меня особые полномочия, я вас буду судить военным судом». Потом вдруг говорит: «Я вас всех прощаю, но у меня к вам есть одна просьба». Он начинает очень долго излагать эту просьбу, мы не понимаем, чего он хочет. И тут он говорит: «И тут все темно становится, и мы едва». И вот на этих словах «мы едва» заканчивается то, что осталось от второго тома «Мертвых душ». Непонятным, непостижимым образом Гоголь не мог написать эту верховную власть. Сейчас есть такие исследования, которые позволяют заключить, что, вероятно, Гоголь был сторонником философии Платона. Но он пытался сделать то, чего философия Платона не предполагает. Он хотел мир идей спустить в мир вещей. Он хотел, чтобы вот эта идея власти явилась к нам, в наш мир, который, как известно, и несовершенен, и изменчив, и искажает идеи. Он не мог видеть в подлинных, точнее для него не подлинных, а эмпирически, так сказать, данных в наблюдениях, проявлениях власти, он не мог видеть в них идею власти как таковой. Поэтому он все время хотел, чтобы эту власть привести как бы за руку в свой текст. Но она не шла. Тогда Гоголь сделал то, за что его в последние годы жизни почти все ненавидели, так же, как почти все его любили до 30 лет, и почти вся Россия ненавидела его после 30 лет. Он решил все это написать прямым текстом. Получилась книга под названием «Выбранные места из переписки с друзьями», после которой все друзья Гоголя стали его врагами. А, собственно, Гоголь ничего не скрывал, он использовал ту же кулинарную метафору, когда он объяснял, почему вместо второго тома «Мертвых душ» он написал «Выбранные места из переписки с друзьями». Представьте себе, пишет кому-то Гоголь, что вы приглашены на обед, но повар предупредил вас, придется немножко подождать, потому что сегодняшний обед будет немножечко отличаться от обычных. Поэтому готовить я буду его долго. И вот гости недовольны, они начинают шуметь, роптать, и говорит: что же там такое происходит на кухне? Что же можно так долго готовить? И тогда повар говорит: ну пойдемте на кухню, я вам покажу. Они приходят на кухню и, естественно, ничего не понимают. Так вот, выбранные места из переписки с друзьями – это и есть кухня второго тома «Мертвых душ», в которой Гоголь попытался что-то объяснить о своем замысле. И именно там прямым текстом проговорена идея двойного суда. Каждый из нас должен быть судим двумя судами. Первый суд земной, второй суд неземной. Первый суд кого-то оправдает, кого-то обвинит. Суд номер два не оправдает никого, потому что перед этим судом мы все будем виноваты. Но теперь все-таки ближе к концу попытаюсь ответить на вопрос, а зачем же Гоголь тогда так искал эту власть? Что же он в ней хотел найти?
Ответа может быть два. Ответ первый. Только в контакте с властью может человек получить свою субъектность. Недавно был прочитан курс лекций в Петербурге на эту тему философом Погребняком. И вот он очень интересно анализирует там шинель в этом смысле. Показывает, что, собственно, сюжет шинели – это сюжет просыпания, пробуждения субъектности в бессубъектном, безответном существе по имени Акакий Акакиевич. Потому что, когда Акакий Акакиевич приходит со своей жалобой, он в этот момент себя проявляет как активное действующее лицо. То есть это его жалоба. Но он не может с этой жалобой пойти просто куда-то. Ему нужна авторитетная инстанция, поэтому он идет к власти с этой жалобой. И он говорит, когда ему указывают, что вы бы секретарям бы отдали свою жалобу, он говорит, секретари того, ненадежный народ. То есть он делает политическое заявление, он осуждает всю систему. Более того, этой фразой он делает нечто большее, чем осуждает всю систему. Он себя конституирует в качестве того, кто вправе осуждать всю систему. Это действительно очень важный жест. То же самое происходит со всеми другими героями. Ведь только благодаря приезду ревизора Городничий стал что-то делать вообще в городе. У него проснулась воля, у него проснулся разум. Он стал строить какие-то планы, какие-то стратегии. Только ссора и необходимость обращения в суд вынула Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича из этого блаженного состояния полужизни, полусна, полусмерти, в котором они жили до этого. И вторая идея Гоголя, это не мои идеи, это идея Гоголя, один из последних афоризмов его, когда он уже практически никогда не шутил, был следующий. Я сейчас его начну, а вы попробуйте угадать, чем он кончается. Я думаю, шансов, что вы угадаете, мало, но просто интересно, кто будет ближе. Немец читает, француз играет, англичанин живет, а русский размышляет. Так, понял еще варианты? Мечтает, страдает. Понял вас? Спит. Никто не угадал. Действует. Подражает. Гоголь даже другое слово там использует. Но это его неологизм. Обезьянствует. Русский человек все время обезьянствует. И тогда получается, что русскому человеку нужен образец. Потому что если образца не будет, то он будет обезьянствовать, простите, по первому попавшемуся поводу и подражать кому попало. Поэтому власть – это прежде всего идеал, на которые можно ориентироваться. Потому что, как пишет Гоголь, первому лицу будут подражать все. Каким будет первое лицо, таким будут и все остальные. Согласитесь, что кое-какие ставки в этой игре проясняются. И самое последнее. О творческом методе Гоголя. Ведь не нужно понимать это все таким образом, как будто Гоголь пишет о России. Или о какой-то мировой культуре. Вообще-то совсем не об этом. И он этого также не скрывает. А что же это все такое? Этот город, например, в «Ревизоре», и губерния в «Мертвых душах». И тут оказывается, что все это время Гоголь пишет о себе, о своем собственном «я». Например, чиновники в «Ревизоре» – это его пороки. Персонажи «Мертвых душ» – это тоже какие-то его отрицательные качества. Кстати говоря, реально все эти качества ему присущи. Например, скупость Плюшкина, авантюризм Ноздрева, мечтательность Манилова, беспринципность Чичикова. Все это свойства самого Гоголя. Особенно, конечно, все свойства Чичикова. Там почти стопроцентное совпадение. У Чичикова почти нет ничего, чего бы не было у Гоголя. И вот творческий метод Гоголя. Берется анекдот, в буквальном смысле любой анекдот, который вы можете вспомнить. Как муж приезжает из командировки, я думаю, для Гоголя бы идеально подошло. Как встречаются американец, любой анекдот, который вы можете вспомнить. Самый дурацкий, самый примитивный. И происходит его психолого-политическая разработка.
Что значит психологическая разработка? Это не значит, что Гоголя интересуют характеры персонажей. Его интересует совокупная психика, коллективная, которая образуется из этих характеров. Потому что каждый персонаж – это часть личности. А политическая она не потому, что Гоголь борется за власть, осуждает самодержавие или наоборот одобряет его. Нет. Политика здесь другая. Это политика внутренняя, в смысле внутреннего мира человека. Потому что власть, например, городничий – это разум. А ревизор – это совесть. Это идеи самого Гоголя. Опять же, не мои. Правда, этим идеям никто не поверил. И когда он эти идеи изложил в собственной интерпретации ревизора, я думаю, он пожалел 100 раз, что он эту интерпретацию дал. Потому что все ему стали писать: какой вы глупый человек, вы не понимаете сами идеи своих произведений. Как же, пишет Аксаков, может быть, что Хлестаков – это совесть? Он же случайно появился. Ну, конечно, в этом-то и мысль Гоголя, что совесть приходит к нам только случайно. Постоянно она нам не сопутствует. И вот этот творческий метод. Возьмите анекдот и представьте себе, что в этом анекдоте беседуют между собой разные части вашего «я». Вот если вы так сделаете, кое-что вы поймете о Гоголе. Спасибо.